Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Меня зовут Ирина Жиркова. Я экзистенциальный аналитик. Практикую как психолог в подходе экзистенциальный анализ и логотерапии уже более 12 лет. И также преподаю и веду группы для психологов, которые хотели бы ближе познакомиться с экзистенциальным подходом. Сегодня я хочу пригласить вас на ознакомительный семинар по экзистенциальному анализу 6 и 7 апреля. 6 апреля в субботу будет семинар про понимание души и персональности в экзистенциальной психологии. Также мы затронем темы экзистенциальных данностей. А 7 апреля в воскресенье будет семинар про жизненные опоры. Стоит сказать, что тема души и духовности – это очень важные, особые, специфические темы в экзистенциальном анализе. Именно через понимание души приходим к пониманию персональности, то есть того, чего я вообще в конечном счете хочу от себя, от своей жизни, какую свою жизнь я представляю как хорошую, что мне кажется в моей жизни правильным и хорошим, персональным для меня. Тема опор также очень важна, я полагаю, в работе специалиста любого подхода, потому что к нам приходят клиенты со сложным жизненным опытом. И для нас, конечно, важно понимание того, а как человек выстоял, что позволило ему справиться, как он справлялся все это время, каковы его опоры, на что он опирался, чтобы пройти через это. И, конечно же, это понимание, оно важно и для специалиста, но, мне кажется, оно особенно важно для самого клиента. И вот сделать эту работу, да, помочь проанализировать, отрефлексировать весь этот опыт, интегрировать его, чтобы впоследствии уже мочь на него действительно так осознанно опираться и не чувствовать себя какой-то крохой или песчинкой перед ударами судьбы, а тем, кто смог и сможет впоследствии. Примерно вот на эти темы будем говорить в субботу и воскресенье. Я полагаю, что семинары могут быть полезны и для опытных практикующих специалистов, незнакомых с экзистенциальным подходом, и для начинающих, может быть, для студентов старших курсов, и, возможно, для тех, кто хотел бы понять, является ли экзистенциальный анализ тем подходом, в котором вы в дальнейшем хотели бы, например, обучаться как специалист. Регистрация на семинары уже открыта. Я предположу, что это будет такой формат не только лекционный, но скорее интерактивный, где у участников будет возможность задать мне какие-то вопросы, может быть, привести свои примеры. И это, собственно, означает, что количество мест ограничено. Я всех жду. До встречи!